Итак, ребят, всем привет! Вы попали на игровой канал Императора Прайма, и сегодня у нас будет кратенький обзорчик на игру Асфальт 8. Итак, к чему же я все веду? К тому, что на канале также будут появляться игры на базе Android и iOS. Не только. Все люди играют на PlayStation, Xbox и ПК. Ну и также у большинства людей смартфончики, которые любят их перегревать до предела. Вот, поэтому считаю нужным показать, чтобы было на канале, одну из самых интересных игр, это Asphalt 8. Здесь есть все для того, чтобы убить время и также погонять. Итак, что у нас в принципе есть? По настройкам есть множество настроек, звук, дисплей, ребят, вот такое вот меню. Управление, вот, вы можете, то есть, смотря на чем вы играете, приложение сразу же определяет, у меня это компьютер, язык страны, ребят, можно выбрать все, что нужно, также обучение можно пройти, мой профиль, подключение, напоминание, в общем, все для того, чтобы вы ничего не пропустили. Дальше, что у нас есть? Игра, заходим в игру, и у нас можно играть по сети. Это очень, конечно, классно. Как еще, если не с друзьями, погонять? Поэтому этот режим очень офигенский. Что тут скажешь? Скажем так, не скучно будет самому. Дальше. Большинство игровых режимов. Здесь есть самые разные. Ежедневные задачи можно выполнять. Дальше. Мотоблиц, ребят. И, конечно же, карьеру проходить. Поэтому в краткости я покажу вам карьеру, один заезд, что из себя представляет графон, телефон, клип от контроля. Я взял у папы Мерседес, сегодня я играю роль. Поэтому есть дневные, ночные карты, очень много всего. Также классы делятся на, точнее, проходимость гонок делится на классы разные. То есть класс D, A, S, там очень много. Это зависит, какая у вас точела, скажем так. Вот все эти закрыты, множится, смотрите, сколько разных трасс интересных. По графике тоже, в принципе, здесь очень ничего. Я думаю показать вам вот, ну, вот эту вот я проехал, недавно приобрел точелу. Поэтому, скорее всего, сейчас покажу вам вот эту, наверное, миссию интересную. При этом, ребят, что у нас? Как я и говорил, по классам. Вот у нас есть наборы авто, ребят. Ну вот, которые можно, в принципе, купить. Ну, я не донатер, поэтому покупать не буду однозначно ничего. Это уже на любителя, там уже сами вы рассмотрите, что, как, куда и к чему. При этом есть сумасшедшее количество точел. Ребят, такие вот, не знаю, Subaru Impreza, вот, Lancer 10 этот. То есть, как бы, тачки все лицензионные. Не какие-то там шинные, поддельные и тому подобное. В общем, выбор просто охренеть, скажем так. Поэтому бесплатно можно покрасить. Можно, конечно, вот, в разные цвета. Такой выбрать. Ну, к примеру, вот такой возьмем. Пускай. Также провести тюнинг, ускорение максимальной скорости управляемости нитро, при этом профи наборы, вот, можно, так, вы хотите пройти обучение снова, отстань, ничего не хочу, мы назад возвращаемся, дальше, по тюнингу, по краске все ясно. Я бы сказал, бы даже практически такой андеграунд, просто второй, да, все помнят его. Дальше, можно перед гонкой, чтобы было у вас преимущество, нитро забабахать, дополнительный бак нитро, набор тюнинга и двойные кредиты при этом, если вы там получите, точнее выиграете гонку. Ну, тут уже по желанию. Ну что, начнем гонку и поехали в гоночку. Графика здесь очень прикольная, оптимизация шикарная, при этом вы сможете играть, я не знаю, даже на слабом андроиде, я думаю, игра оптимизирована по самой не хочу, опа, и пошел. Так. Что тут у нас? Сейчас разберемся, ребят. Там влево-право, все, отлично, поехали. Отлично. Просто у меня компьютер и непривычно. Вау, снежочек. Ну, снежинки прям вообще. Как на в школе на выпускной когда-то. Давай, дружище.
Еще немножечко нам надо догнать. Очень красивой достопримечательности, я бы сказал даже. А ну, переворот, немножечко. Ну, давай, 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 парней надо как-то нагонять. Это у нас самый первый автомобиль, ребят, в игре. Стартанули мы хреновастенько. Ну, это нам не помешает, чтобы чуваков попытаться догнать. Давай, 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 давай. Надо кого-то долбануть хорошо, чтобы это все в ажуре было. Нитро, отдай нитро, не трогай нитро. Убью, нитро не трогай. Вот так. Конечно, единственное, я бы, может быть, даже убрал бы. Оп-оп-оп-оп-оп. Темку с этим. Знаете, с чем? С таким размытием. Все, пока. Тройной форсаж и пока. Вторая позиция, учитывая, что такой старт, конечно, был нищебродский, скажем так. Так. Оба, а что тут интересного? Я тут не против покататься. Ты чё тут? Ой-ой-ой-ой-ой. Ничего такого. Спасибо. Отличненько. Даже есть срезки. Ну, я вам серьезно, такое, знаете, реально напоминает underground. Просто underground. Всякими срезками или карбончиком. Так, дружище, дружище, я понимаю, ты серьезный парень, но как-то несерьезно. Мне же надо срочно показать, что я первый. Это как-то некрасиво будет. Ты не против, а? Тихо, 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 тихо. Ух ты, какой серьезный, а? Жук. А, и задние добавили немного, а? А я тут думал тут. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ничего себе, ладно, падаю вниз. Ни хрена ж себе, вот это первое место. Битва за первое место, я бы сказал, бы даже такая. Ничего, на крышу прыгнул. Ну вот, как раз у нас декабрь месяц, скоро Новый год, поэтому трасса такая будет самое оно. Ну, все. А-ля Дрэща, а-ля Экспьерда. В общем, вот такая у нас тема, ребят. Я думаю, в краткости вы поняли, что это за игра. Я считаю, что да, она является одной из самых лучших. Поэтому здесь также выходит обновление. Я не знаю, такое ощущение, что, наверное, точно раза два в месяц, а может даже и больше. Постоянное обновление, оптимизация и все остальное. В общем, здесь, ребят, есть все для того, чтобы просто гонять, наслаждаться, таранить тачки, играть в онлайне и тому подобное. Поэтому, мне кажется, это одна из самых классных тем. Плюс также есть на мотоциклах, ребята. Мотоциклы это вообще можно вот попробовать на мотоциклах. Вот, ну, тут уже не буду показывать, при этом вы и так сможете всю игру оценить. Ну что, ребят, если вам понравилось, подписываемся на канал, ставим лайки. Всем удачи, пока-пока, удачных игр и побед вам. Пока.